За неубранные свалки должностное лицо Ивановской мэрии привлечено к административной ответственности. Прокуратура Ленинского района установлена, что представители органов власти не обеспечили своевременный вывоз отходов земельного участка около дома номер 57 по улице Станкостроителей и трех стихийных свалок на улице Минской. Общая площадь заваленной мусором территории составила более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас ситуация исправлена, территория очищена. Кроме того, в суде находится иск об обязанности администрации города разработать проект по рекультивации земельных участков, которым был нанесен вред. Штраф не столь существенен, как сам факт привлечения лица к административной ответственности. Помимо административной ответственности, лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в рамках рассмотрения представления, внесенного прокуратурой района в адрес главы города Иванова.